Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас мы с вами вяжем бусины прямо в трикотажное полотно, одновременно провязывая ряды и оформляя наши изделия. Берем контрастные бусины. Вот у меня есть бусы. Яркие. И маленький тонкий крючок. Такими крючками раньше давно-давно поднимали петли на колготках, если у кого-то такие остались. И, в принципе, такие крючки и сейчас можно купить. Можно, конечно, делать при помощи иголки и нитки, а крючок, ну, просто при помощи такого крючка это делать удобнее. Нанизываем на тоненький крючок бусинки. Вот сколько хватает. Остальное полежит. И выбираем место, на которое будем навешивать эту бусинку. Видите, она прекрасно ложится в середину петли. И одинаково хорошо видна и с лица, и с изнанки. Итак, у меня раз игла, два игла и три игла. Я беру крючком, подцепляю петлю. На эту петлю переношу бусину. Вытягиваю петельку повыше и надеваю обратно на иголку. Это все делать надо осторожно. Не дергать, чтобы ничего не порвать. Иглу в переднее положение. Снимаю на маленький тонкий крючок петлю осторожно. Так, потому что они все разного размера. И можно таким вот образом эту петлю упустить. Вытягиваю ее и надеваю обратно на иголку, иглу в переднее положение. И так вот по узору. Узор предварительно надо, конечно, отработать, потому что на обум лучше все-таки не делать. Так, закрываю петлю-ловитель, переношу бусину на петлю и надеваю обратно на иглу. Крючок убираю в сторону. Итак, у меня на петли надеты бусины. Осторожно провязываем ряд. Машина не застопорится и иглы не поломаются. Только надо вот этот ряд провязывать очень осторожно, спокойно. Видите, каретка опускает наши бусины еще ниже и проезжает достаточно спокойно. Провязали. У нас бусины прекрасно вязались в полотно. Самое главное, чтобы вязание не было слишком тугим, иначе вам будет очень тяжело эти бусины на петли надевать. И таким вот образом, натягивая петельки, переодевая их на нужные петли, наши бусины красивые, мы оформляем вязание. Как видите, машина нежная, Сильвер прекрасно справляется с такой задачей. Что уж говорить о том, что это значит, что с таким оформлением мы можем управиться на абсолютно любой машинке. Очень легко, просто и красиво. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Изба вязальня». Ваша Наталья Некрасова.